Дух Святой, touch, 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 в прямых эфирах, touch, touch, touch. Люди, вставайте, вставайте с кроватей, вставайте с инвалидных кресел, вставайте сейчас, бросайте костыли. Touch, 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 кровь Иисуса. Дома его. Touch. О, мой Дио. Touch. 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 Освобождение. Боль уходит из твоей души. Боль уходит из твоей души. Как только Виктория коснулась тебя боль, я видел, как дух боли вышел. Дух боли вышел. Touch! Touch!
Alleluia. Библия учит, чтобы мы процветали. Вы скажете, наверное, вы из богатой семьи. Нет. Non siamo di una famiglia ricca. Мы из самых нищих семей. Noi siamo di una di quelle più povere che c'erano. Люди, которые жалеют себя. У меня нет духотвержения. E le persone cominciano a dire, io uno spirito di rifiuto. Sono infelice. Виктория никогда не видела своего отца. Non ha mai visto suo padre, Vittoria. Хотя они прожили в одном городе. Nonostante fossero in una stessa città. До его смерти. Fino alla sua morte. Мой папа, это было еще хуже. Лучше бы ты его вообще не видел. Да. Лучше бы я его не видел никогда. Через него вошли бесы. Знаете, что он делал? Sapete cosa ha fatto? Он, когда родилась моя сестра в Молдавии, in Moldova, он так ее избивал, маму мою. L'ha picchiato così tanto, mia sorella. Что мама пыталась убежать, и когда она выбегала, scappare, а сестра только родилась, ей было месяц, два, три. Aveva due o tre mesi, era appena nata. И он, знаете, что он делал? Sapete cosa faceva lui? Он брал ее голую, выносил на мороз. La portava al cielo nuda. Полугодично. Ma veramente metà anno, sei mesi. Ложил ее на снег. La metteva sulla neve. Это мой папа. E mio padre. Я не могу называть его даже папа. Mi dà fastidio chiamarlo addirittura padre. И говорил ей, ну что, иди сюда, или она сейчас умрет. Vieni qua, aiutarmi, sennò lei muore. Diceva la madre. И мама приходила, и он ее бил весь вечер. Veniva. То, как он ее бил, вы даже не представляете. Ma non avete idea di come picchiasse mia madre. Она сбежала с Молдавии. Ed è scappata dalla Moldova. Переживая эти побои и кошмар. A causa di queste percosse e questi incubi. И мне кто-то тут рассказывает, я несчастная. Qualcuno mi comincia a raccontare che non è felice. Я несчастная. Non sono felice. На мне дух отвержения. Io c'ho lo spirito di rifiuto. Нет, вы не знаете, что такое дух отвержения. No, non sapete cos'è lo spirito di rifiuto. Прекратите срамить сами себя и Бога. Smettetela di vergognarvi di voi stessi. Перед вами стоит человек, который прошел una persona. Бои, рисковал жизнью. Stato nei peggiori efferati combattimenti. И он не говорит, на мне сегодня страх, на мне сегодня дух отвержения. Io ho lo spirito di rifiuto. Он стоит и говорит, я партнер. E qualcuno di voi dice, invece, io sono un partner. И я буду служить Богу. E io servirò Dio. Когда моя мама сбежала в Днепр, mia madre è scappata a Dnipro, она не могла вернуться в Белоруссию, потому что она сама с Белоруссии. In Белоруссия, perché lei era bielorussa. Он бил ее каждое утро, приходил и бил. Tutte le он бросил нас 3 года. E ci ha lasciato per 3 anni. Он так ее бил сильно, друзья. La picchiava così forte, non avete idea. Что в один день che un giorno меня начало трусить, и в меня вошел злой дух. E in me è entrato uno spirito maligno. И я провалился в совсем другое состояние. E praticamente mi trovavo in uno stato diverso. Видеть какое-то видение, моя душа, cominciavo a vedere delle visioni, la mia anima. Такая паническая боль была, бешеная. Dolore lancinante da panico. Что чуть не сошел с ума. Che mi sembrava di impazzire completamente. У меня было 3 таких приступа, потом был 2-й такой приступ. 3 эпизоди, poi ne ho avuto il secondo. И в 15 лет. E a 15 anni. Когда я оказался в спецприемнике. Quando sono stato da uno specialista. Я не знал Бога и жил такой. Non conoscevo Dio, vivevo come vivevo. Плохой жизнью. Una brutta vita, diciamo così.
то так как меня остерегали с другими детьми держать, e come mi facevano tenere gli altri bambini per farmi imparare, меня посадили в одну комнату, mi hanno messo in una stanza, одного, da solo, и я 8 суток сидел один, e sono stato 8 giorni e notti da solo. Там всего дежурило 2 милицейских, c'erano solamente 2 poliziotti che si davano il cambio. И я почувствовал, как начался этот приступ. Я начал кричать: помогите, помогите, полиция, помогите. Но они даже не реагировали. Моя душа начала опять, боль была в груди, что умереть для тебя было бы за величайшее счастье. И я пришел в себя, когда вот эта комната, в ней было человек 14-15 полицейских. Я был весь в воде. И женщина полицейская била меня вот так со всей силы по лицу. Что со мной было, я не знаю. Но если бы я не пришел к Богу. И сегодня, друзья, e oggi, amici, прекратите себя жалеть. Начните понимать, что в других домах происходит что-то страшное. И там. Там нужен Бог. Là c'è già Dio. Там нужна Божья помощь. Non c'è finché voi non lo aiutate ad esserci. Люди приходят в церковь, даже в церкви ищут своего. In chiesa, convinti che lì ci sia Dio. С духом отвержения. Con uno spirito di rifiuto. Чтобы им с духом отвержения показать свое лицо. Это не дух отвержения. La loro faccia это гордыня. Non è vero, è orgoglio. Когда дух отвержения, ты свое лицо будешь прятать. E quindi quando fai così tu nasconderai il tuo volto. И Бог у нас освобождает от всех этих духов в одну секунду. Так или нет? Spiriti in un secondo. В одну секунду. In un secondo. Я вам скажу, мы пережили страшные вещи все. Noi abbiamo subito tutti delle cose terribili, tutti. Но разве даром? Ma se per dono? Может Бог дал нам пройти какие-то страдания, чтобы мы понимали других. Написано, Иисус тот первосвященник, который понимает каждого из нас, потому что как и мы был искушен во всем, кроме греха. Он прошел все искушения, которые только ты себе можешь представить. Поэтому я прихожу к нему и говорю: Боже, мне страшно. Sto malissimo, paura. Боже, мне так тяжело. О, мой Господи, è così pesante, Dio. Я неправильное решение принял, прости меня. Боже, даже Иисус молил Отца и говорил: Господи, поминует меня. E diceva, non mi abbandonare. Чаша сия, то есть Твоя воля. Он говорит: но не моя воля, а Твоя воля non да la будет. Mia, la tua volontà per prima. Даже у него было это искушение. Anche lui ha avuto questa tentazione. Он был такой, как ты. Era esattamente come te. И сегодня каждому я хочу сказать, oggi, друзья, ognuno di voi, voglio dire, когда мы слышим эти свидетельства, quando sentiamo queste testimonianze, мы не должны быть поверхностными, глупцами, подобными, знаете, насекомым, знаете, quelli, у которых нет quei vermi, quegli insetti che non hanno cervello, никакого интеллекта, никакого понимания и даже воображения. Di comprensione, di comprendonio, niente. Мы должны понимать, что dobbiamo capire che он стоит здесь. E lui è qui con noi. Он держится, он красивый. Chi ci tiene qui? Ha un bel aspetto. Знаешь, твои костыли, они не делают тебя еще красивее. Probabilmente queste stampelle ti rendono ancora più bello. Серьезно? Veramente. И, ну то, что он пережил. Quello che ha vissuto lui. Боже милостивый. Боже милостивый. Если бы тебе предложили это пережить или умереть. Morire, di fare я тебе прямо lui, скажу, ты бы сказал. Ti dico, не раздумывая. Che tu только умереть. Risponderesti subito, no, preferisco morire. Ну почему мы такие поверхностные? Perché siamo così superficiali noi? Мы должны служить нашему Богу. Servire il nostro Dio.
Мы должны служить нашему Богу. Мы должны помогать другим. Заботиться о тех, у кого нужда. Обращать внимание на тех, у кому сейчас больно. Помогать тем, кто сегодня в нужде. Aiutare chi è in necessità, in bisogno. Понимаете или нет? Capite o no? Мы должны позаботиться о том, чтобы, Боже, я молюсь всегда, мы святочки, Боже. Dobbiamo fare in modo che pregando. Мы встаем. Все время, здесь время, мы просыпаемся, как только рассвет. Non appena c'è l'alba. Засыпаем перед рассветом. Poi in realtà ci mettiamo a dormire prima dell'alba. И мы просыпаемся, и мы плачем, мы говорим, Боже, piangiamo, есть diciamo, кто-то, кому так Dio, тяжело, так тяжело, sta così male, così male, так трудно сейчас, così difficile, Боже, Dio, услышь меня, и мы плачем. Ascoltami, e noi piangiamo. Мы плачем, мы умоляем Бога, e noi ну помоги Dio, ему, ну aiutalo, aiuta quella persona. У него может некому даже помолиться può за него. Che non ha neanche nessuno con cui pregare. Он уже сам себя просто не принимает, non он сам себя уже stesso, похоронил. Ad accogliersi, se come se fosse sepolto da solo. Помоги ему. Aiutalo. Когда мы так молимся, Бог нас будет использовать. Аллилуйя. Quando noi preghiamo, Dio usa la nostra forza. Alleluia. Пройдет этот саммит, и вы будете слушать еще годы. Саммит, и вы per anni ancora. О том, как люди приехали сюда, которые подключились persone, через интернет qui, и так далее. Casa, su internet, которые видели нас, и послушайте, и которые visto, будут говорить, diranno, я был исцелен на этом саммите от рака. Dal cancro. Я был исцелен на этом саммите от туберкулеза. A questo summit mi hanno guarito da tubercolosi. Коляска, и вот она. Самое главное, верьте до конца. Аминь. Аминь. Многие из вас по дороге домой вы исцелитесь. Аминь. Аминь. Вы исцелитесь. Аминь. Бог творит чудеса. Аминь. Вот она. Гляньте, и вот ее коляска. Аллилуйя! Аллилуйя! Это великий Бог. Аллилуйя! Так она бежит, она не идет, она бежит! Я хочу сказать, что я не могла ходить. Мой сын всегда мне помогал. И я благословляю его во имя Иисуса Христа. Я не могла ничего делать. Ни ходить в туалет, ничего. Я всегда ходила с помощью костылей. Сейчас костыли мне больше не нужны. Они больше не нужны. И я могу ходить самостоятельно. Меня зовут Жозепина, я родом из Сардинии. И у меня сегодня произошло это чудо. Благодарю Бога и Духа Святого, потому что я уверена, что еще много чудес произойдет в этом зале. Благодарю Бога за это чудо, которое произошло в моей жизни сегодня. Благодарю Бога, благодарю Тебя. Я больше никогда не возьму костыли в руки. Никогда, никогда. Аллилуйя!
Я благословляю всех вас во имя Иисуса Христа. Пусть каждый из вас дождется своего исцеления с помощью Духа Святого. Я знаю, что это возможно. Во имя Иисуса Христа я благословляю вас. Дорогие друзья и партнеры, наше сердце наполнено благодарностью и любовью каждому из вас. Спасибо за ваши молитвы. Мы благословляем вас и ваши семьи. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца. Этот прекрасный саммит, который стал ответом для миллионов людей, вышел благодаря вам, дорогие партнеры. Это был не просто саммит, а было обрушение его славы в зал и на каждого, кто был онлайн по всему миру. Сколько людей, которые пережили реальное прикосновение Бога, родились заново, сколько получили исцеления от болезней, от смертельных приговоров, сколько людей, которые встали с инвалидных колясок, и мы каждый день слышим свидетельства Божьей славы. Если ты еще не партнер, я призываю тебя, помолись Господу и прими решение стать партнером. Благодаря тебе видение, которое дал мне Бог как апостолу, принести Евангелие и Божие присутствие в каждый дом на планете, будет возможно осуществить с помощью твоей финансовой поддержки. Я благословляю каждого человека, кто решил стать партнером. Мы хотим, чтобы вы знали, мы любим каждого из вас, мы молимся за каждого из вас. Чтобы стать партнером, посетите наш сайт или напишите нам. Пусть Бог укрепит вашу веру.